Лучшие сочинения учащихся Ненецкого округа представит регион в финале Всероссийского конкурса сочинений. Конкурс с 2015 года проводит Министерство образования и науки. Его цель – возрождение традиции написания сочинения как самостоятельной творческой работы. На региональный этап конкурса поступили 40 работ, в том числе 37 сочинений школьников из Наринмара, поселков Красная, Каратайка и Искателей, а также сел Великовисочное и Тельвиска. Три работы представили учащиеся Ненецкого аграрно-экономического техникума и Наринмарского социально-гуманитарного колледжа. Участники должны были раскрыть одну из пяти предложенных тем – юбилейные даты писателей региона, культурное наследие Уильяма Шекспира, русская литература в отечественном кинематографе, история света от угольной лампочки до высоких световых технологий – и «Дорога в космос. Мечта человечества». Конкурс проводился в 4 возрастных группах. Итоги были подведены на основании рейтинга участников. Сочинения оценивали на соответствие заявленной теме, оригинальности, мастерству изложения. С работой «Сказка про лампочки» в своей возрастной категории победу одержала шестиклассница школы номер 5 Дарья Хозяинова. Сочинение «Письмо учителю» восьмиклассницы Надежды Дедовой из школы села Великовисочное стало лучшим среди работ учащихся 7-9 классов. Среди старшеклассников лучшей признана работа «Спасибо за Вселенную» Надежды Лыченко из первой городской школы. Среди студентов «Холодный свет», «Освещающий путь» Марии Клепиковой, учащейся на ЭТ.